28 июля в мире отметили День борьбы с гепатитом. Гепатит – это именно заболевание печени. Естественно, для того, чтобы обезопасить себя и своих родных и близких, необходимо соблюдать личную гигиену. В моей практике был гепатит Е, что тоже редко встречается. О том, что у пациента есть гепатит, он узнает совершенно случайно. Народные методы все-таки, конечно же, неуместны в лечении гепатита. Биохимический анализ – это именно тот анализ, который нам покажет функцию печени. Но остальные редкие виды гепатитов, как я говорила, в основном они привозные. На вакцинацию все абсолютно имеют право.